эфире программа «Гость дня». Меня зовут Валентина Еремеева. Здравствуйте. Поступок члена белорусской сборной на открытии Паралимпиады в Рио и взаимный интерес Республики Беларусь с уральскими регионами мы обсудим с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге, советником Станиславом Матуком. Станислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу сказать спасибо в вашем лице всей белорусской делегации, которая приехала на Паралимпиаду в Рио и во время торжественного открытия пронесла флаг России, несмотря на запреты. Вообще, что белорусы хотели этим сказать миру и, как вы думаете, услышали ли их? Я знал об этом факте еще за 2 недели до открытия. Один из руководителей белорусской делегации, Шепти, анонсировал этот факт, что они собираются пронести, и пронести не просто, а впереди два большущих флага. Вот. И, как стало известно, потом так и получилось. Но эти большие флаги у них отняли. А вот Андрей Фомочкин, начальник отдела Минспорта и туризма, предъявил запасной вариант. Он, как писали в интернете, белорусские партизаны не подвели, да? Да. То есть он взял этот флаг, зная, что могут отобрать. У него действительно была тактика, да? Вот такая. Абсолютно, да. Как восприняли это все? Там делегаты на месте, когда флаг отбирали, как восприняли их трибуны, как восприняли белорусы дома? Вот что за настроения были и там, и тут? Непосредственно факт открытия не смотрел, хотя ожидал, что вынесут флаг, и потом в интернете отслеживал. А вот реакция белорусов была, восторженная, где-то положительно. МИД белорусский выступил с одобрением, выступил пресс-секретарь президента. Вы, наверное, знаете, уже вчера на выборах президент еще раз сам уже сказал, что это государственная позиция. Вот. Если говорить о россиянах, то мне до сегодняшнего дня, сегодня с утра звонят россияне со словами благодарности. Стоит, наверное, подчеркнуть, да, что само пронесение российского флага было с властями государства согласовано. Это не какая-то личная инициатива, да? Или все равно вы так поступили? Вы знаете, и руководитель делегации, рассказывал об этом, что это была их инициатива. Президент сказал, да, это вот была инициатива спортсменов, но это наша государственная политика. Вот так вот, дипломатично скажу. Андрей Фомочкин, тот самый, который нес флаг, сотрудник Министерства спорта и туризма Белоруссии, Международный паралимпийский комитет пообещал к нему какие-то санкции применить. Уже за дружбу народов его наказали или еще нет? Да, он уже в Минске, да. Вот его, как это сказать, депортировали, если можно так применить такое слово. Как его встретили на родине? Кто-то встречал, знаешь, что его депортировали? Конечно, встречали спортсмены, встречали друзья, и он, все одобряют его поступок, поскольку это было от сердца, и, собственно, это было от сердца белорусов. Несправедливо, когда, за якобы, вину Минспорта России, если читать западные источники, наказали спортсмену, никому посредственно не было претензий, да? То есть ни одного же человека на допинг не уличили. Ранее сборная Беларуси уже пыталась поддержать российских паралимпийцев, как и сборная Азербайджана. Они отказались от российских квот на Паралимпиаду. То есть, когда наших спортсменов отстранили, остались места, и Белоруссия сказала нет. То есть, не боится ли республика, что, может быть, Международный спортивный комитет ополчится на спортсменов, будут предвзятые результаты. Возможно, другие страны как-то на других конкурсах начнут также относиться предвзято. Нет такого опасения? Вы знаете, пожалуй, нет. Уже у нас 3 медали взял боки, золотую, серебряную, бронзу, и метание копья, бронзовая медаль. То есть, можно сказать, 4 медали за ближайшее время, что, в общем-то, пока мы не чувствуем. Что вообще другие страны просто не поймут такого поведения, такой поддержки? Нет опасений? Хочу сказать, пока мы этого не чувствуем. Что будет? Пусть покажет. Россия и Беларусь объединяет ведь не только какие-то спортивные мероприятия, не только многолетняя дружба. Есть еще экономические связи, да? И в августе в аппарате Полпреда, насколько я знаю, обсуждали вообще возможность дальнейших отношений с уральскими регионами. О чем договорились? Уральский регион, начну сначала. Это первый регион вообще среди 8 федеральных округов по импорту Республики Беларусь и 6-й по экспорту. То есть мы очень много импортируем нефть и газ. Если брать Свердловскую область, то лучшие годы, 2008 год, это было 520 миллионов долларов товарооборот. Да? Это больше, чем с большей половины стран мира. То есть я сразу хотел о значимости. А договорились активизировать сотрудничество.
Вот в октябре в Республику Беларусь ездит губернатор Курганской области Кокорин Алексей Геннадьевич. В декабре делегация Свердловской области, ну, на уровне правительства, там уже с руководителем губернатор решит. С Тюменской областью в августе году. Была белорусская делегация, с Челябинской в июне. С Ханты-Мансийским округом на выходе план мероприятий соглашения будет готовиться визит губернатора в Беларусь, встреча с президентом, с премьером. То же самое соглашение мы готовим с Ямало-Ненецким округом. То есть ну, самое активное сотрудничество. Ну а в каких сферах, кроме вот нефти и газа, я знаю, что Челябинская область поставляет вам запчасти на тракторы, обратно получает уже тракторы целиком, сыр, сахар, вот что еще взаимодействует, какие сферы? Ну, насчет Челябинской вы правильно сказали. Ну, если брать наш экспорт, это и автомобили грузовые, там и Южурал золото и так далее, это белазы. Там вы правильно сказали и сыр, и сахар. Вот, не знаю, вы, наверное, готовились. Значит, то есть продукты мы поставляем для города Челябинска, вообще для сети общественного питания. Тракторы, наших прилоков, тракторы и так далее. Значит, что касается Свердловской области, то здесь наш экспорт – это и вооружение, значит, на Нижнетагильский завод, и те же автомобили, и тракторы, и тот же сыр. Вот, и та же упаковка для крупнейшей вообще в России, где-то в Европе, космической фирмы, которая расположена в Екатеринбурге. Ну, название очень красивое, заволновался. Вот. А из Урала, естественно, это и металл, прежде всего, у нас очень большая потребность. Это атомную станцию строим, и вообще строительство большое. Вот. И наш экспорт, и импорт примерно одинаковые, то есть паритетно работает. Я правильно понимаю, что и в том, и в другом государстве есть программа импортозамещения, есть ли вот как-то возможность расширить вот тот товарооборот, ту продукцию, которая вот уже существует? Если, может, это в планах. Ну, абсолютно правильно вы сказали. Мы сегодня отходим от такой обычной торговли. Да? Значит, речь идет все-таки о кооперации, создании совместных производств, совместных проектов. В частности, группа «Синара» сейчас делает двигатель для «Белаза», чтобы заменить двигатель, который сегодня поставляет США, Германия, поставить уральский. Значит, с «Уралмашем» наш «Белаз» совместный проект делает, совместная продажа техники. Мы «Белаз», а «Уралмаш» должен сделать большой экскаватор, ну, очень большой, с большим ковшом, так, и совместно продавать. Вот. Ну, ищем другие проекты. Сейчас вот в ноябре в Минске пройдет совет конструкторов, значит, и Беларуси, и Свердловской области. Вот именно цель найти вот эти совместные проекты. Ну, условно, сегодня УГМК закупает продукцию Германии, эту продукцию делает Беларусь. Значит, и наоборот, значит, допустим, ваш завод закупает аккумуляторы. Ну, короче, импорт, заместить импорт в России белорусским, а в Беларуси российским. Уже... Вот эта тема будет совета конструкторов. А уже подсчитано, насколько выгоднее уральские двигатели, чем германские? Насколько, не знаю, тому же там у ГМК выгоднее покупать продукцию в Беларуси, сколько они смогут сэкономить, не покупая то же самое в Германии, например? Ну, это выгодно, понимаете, выгода там, она тройная, значит, имеет мультипликативный эффект. Произвели двигатель, да? Ну, первое, значит, это на Урале произведено, да, зарплата на Урале, значит, рабочие места на Урале, налоги на Урале и выручка Уралпол, да? То есть, ну, белорусам чем хорошо? Если это двигатель российский, то, значит, это уже продукция совместная, ее нельзя назвать белорусской. Значит, она имеет уже, ну, некие бонусы для продвижения на российском рынке. И мы выиграем по сравнению с Камацу тем же японским, Катерпиллером американским. То есть это выгодно обеим сторонам. А двигатель-то наш уральский, получается, насколько дешевле того же японского или американского? В раза в два, в три, в десять? Ну, я думаю, раза полтора то дешевле. Хотя точные цифры не скажу. Ну, примерно такие, такие масштабы, да. Я знаю, что на Иннопроме был белорусский стенд, и ни одного предприятия. Вот нужно напомнить, кто там присутствовал, и были какие-то, может, соглашения подписаны здесь? Ну, абсолютно. Был белорусский стенд, значит, объединенный стенд был, где был «Интеграл», и наши станкостроители объединили. Вот. Ну, там прошли переговоры, значит, и
до сегодняшнего дня идет работа по подписанию контракта. А вот БелАЗ, сразу два БелАЗа были выставлены, их тут же продали и подписали на 5 миллионов долларов поставки БелАЗа прямо вот в ходе выставки. То есть очень эффективно, значит, сработали. Вот. Ну, Свердловская область – промышленный регион, Курганская, но агропромышленным можно назвать. А север чем интересует? Тюмень, Югра, Ямал, там какие интересы в Беларуси? Взаимные, ну, разумеется. Ну, вы знаете, возьмем Ямал-Ненецкий округ, я уже в конец. Смотрите, там сегодня пушнина, ну, своей фабрики по переработке нету, да. У нас два таких пушных завода, идет меховая продукция в Европу и так далее. Та же рыба, значит, ну, поблизости нету. У нас имеется, ну, как минимум два Санта-Брема известные, которые Русский берег и так далее, знаете, это бренды, они, ну, не знаю, и в Англии, по всему миру их продукции. То есть они берут рыбу, почему, говорят, белорусские креветки. Кто запрещает купить креветки, переработать, упаковать, это уже белорусский продукт. Точно так мы хотим сделать, значит, Ямало-Ненецкую рыбу, значит, пушнину. Сделать Ямало-Ненецкую рыбу белорусским продуктом. Ну, совместно. То есть, а у нас там и потребность в строителях, и мы заинтересованы, значит, вот оказывают такую услугу. Ну и плюс, понятно, там месторождение добычи нефти, газа, мы там активно участвуем, поставляем насосы, технику специальную. Ну, часто Беларуси упрекают, вот просто сейчас заговорили про ямальский белорусский продукт, что, несмотря на санкции, все равно в Россию попадают через Белоруссию многие товары, которые здесь запрещены. Действительно ли так? Действительно ли идет перемаркировка на надпись другой страны и поступает это все к нам, или это все-таки неправда? Ну, вы знаете, это неправда, но вместе с тем мы же понимаем, предприниматель есть предприниматель, значит, и вот от того, что кто-то не пожелает, значит, воспользоваться брендом, я вам даже мало того скажу, приведу, сейчас активно идут ярмарки белорусские, МИАС, значит, Шадринский и так далее, белорусский товар. Когда я в интернете смотрю, там, ну, извините, продают и русские матрешки, все что угодно. Значит, потому что вот этот вот бренд белорусский, вот я сейчас даже готовлю письмо всем вот, руководителям городов и так далее, что если нет письма посольства, то, пожалуйста, это бизнес, но его нельзя считать белорусским. Потому что мне звонят, как вот то просрочено, это написано белорусское. А кто обращался, ну, рекомендовал их как белорусских производителей? То есть, конечно, такое. Вообще, много у нас на полках и магазинах белорусских товаров, например, на процент какой? Вы знаете, маловато. Хотелось бы больше. Но сегодня ко мне обратилась одна компания екатеринбургская, у нее уже есть рекомендации Министерства сельского хозяйства. И они думают открыться, ну, начиная конфеты, наши вяленые продукции, знаете, у нас преимущественно колбаса, мясо вяленое, у нас нет культуры такой копчения. Ну, есть, но она реже употребляется. Вот, и спрос на них очень большой. Вот, я надеюсь, если это получится, то у нас будут отдельные секции, магазины с белорусским продовольствием. То есть это будет отдельно отмечено, будет флаг Беларуси как-то, да? Ну, каким я думаю, что и флаг там будет. Но, во всяком случае, мне уже директор предприятия присылает фотографии, вот открыла секцию конфет белорусских и так далее. Потому что именно по продовольствию, значит, мы слабо представлены. Если брать промтовары, извините, на каждой улице. Ну, тоже косметика. Или через улицу. Белорусская обувь, Беловес, косметика, меловица, белье женское. Ну, и вот куда бы я ни пошел, обязательно, ну, знаете, мне уже настолько профессионально, моя функция основная – это не политика, не там общественная деятельность, это продвижение белорусских товаров. Так вот, промтовары, ну, практически присутствуют повсеместно. С продовольствием, вот большая моя мечта, тоже, чтобы они присутствовали. А в России, ой, точнее, в Беларуси, есть ли российские товары? Их там видят на полках, покупают, ну, как встречают? Абсолютно, абсолютно. А все. Что туда попадает вот, из тех же, ну, товаров? Я уже лет 6, как, так сказать, в России, ну, допустим, и костюм можно купить. Обувщики очень сильно представлены. Вот российские компании просто имеют уже сети свои. Вот. Ну, вот это, что сразу мне сразу вспомнилось, потому что, ну,
Знаете, я привык сам себе обычно одежду, обувь покупать. Ну, от экономики давайте от товарооборота немножко перейдем к культурному обмену. Ведь тоже страны общаются туда, насколько я знаю. Ну, вот у меня чуть ли не одноклассники туда паломничество вместо отпусков за границу устроили в Беларуси. Вообще, вот какой культурный обмен существует? Я знаю, есть такой проект под названием, если не ошибаюсь, «Поезд памяти», да? Брест-41. Для старшего поколения, наверное, да? Да, проект. Да. Что за проект, есть ли что-то для молодежи? Или, может, планируется что-то развивать? Ну, давайте «Поезд памяти Брест-41». Это, значит, дети ветеранов войны, сами ветераны, самое удивительное, которым уже за 90 лет... порядка 5 человек. Это узники концлагерей и так далее. 21 человек, по-моему, по памяти. Организация общественная ветеранов, вот, который председатель Юрий Дмитриевич Судаков. И она вот в июле выехала в Беларусь, посетила порядка 6 городов. Минск, Брест, Витебск, Корша, все не напомню. И побывали они на местах боев, на местах захоронений. Многие целенаправленно ехали, чтобы посидеть могилку погибшего там отца и так далее. И это все удалось. И есть альбом, значит, есть там восторженное, так сказать, как сказать, воспоминания этих участников. И сегодня вот по итогам этого проекта, и этот проект, скажем так, номинируется на премию губернатора, как мне сказали, в общественной организации ветеранов. Вот, потому что как лучший патриотический проект. Хотя это не единственный. В сентябре 2015 года порядка 30 студентов Уральского государственного юридического института, университета, при моем содействии, тоже посетили Республику Беларусь, тоже объехали всю Беларусь, побывали в Брестской крепости, на Буницком поле, которое писал Симонов, наш писатель, известный прах, который развеян над этим Буницким полем. Вот, и было посвящено целая газета, значит, вот, Уральского юридического университета. Вот. Ну и хочу сказать, что у меня самые тесные связи со всеми нашими вузами. Я бывал, выступал с лекциями в Уральском юридическом, и в нархозе бывшем в Синхе, вот, и Лесотехнический университет, значит, и сам государственный университет, самый главный, который... Значит, уральским, значит, и сейчас вот Уральское отделение Академии наук на очередной семинар. То есть вот в этом плане, ну, сотрудничество, можно сказать, постоянное, непрекращающееся. Ну, это главное. Спасибо вам большое, Станислав Иосифович, за интересную беседу. Я напоминаю, что это была программа «Гость дня». До свидания.